Да, вот он, или там лучшим, или одним из лучших, точно дословно не помню, если честно, вот в итоге, ну, в общем, сейв он, короче, выделил себе. Говорит, что часто за ним наблюдает. А там она забирает, во-первых, убивает Лейса. Здесь, с другой стороны, размен пытается сделать один стронг, не получится. В итоге дабла Нави отправляет в таверну. Ван делает дабл килл. Вот. Быстренько, раз, два, и в таверну, да, но... А, но Ван даже, смотрите, круто, 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 хорошая атака от Алдов. Прекрасная атака, забирает Ларинофа. Конечно, так вообще мучить, но здесь браво Алды. Сейчас, кстати, Алды могут ошибиться, потому что заходит слишком уже глубоко. Полетел Суар Гвардиан, спин сбегает три героя целых, Топсона пинает, вот он все. Вот он весь снайпер. До него главное добраться, и здесь, конечно, Алды расслабили булки, серьезно, и это будет минус. Сеп, это минус два, далеко пошли, и задрот, вот. И хотя они там тоже было близко, чтобы даже проиграли эту игру. Здесь нажимается у нас Глоба, пытается убить Резолюшн. Резолюшн горит, кулдаун работает, и это минус Резоль. А, качественный килл. Подогревает Норбуска, подогревают себя. Да. А тут у нас Нован. Но лучше сделать независимость. Хороший килл. Телекинезик, телекинезик не достает. А, достает, все. А что, драки не будет? Там же мортира есть, вы чё? Во, Рор! Куда серп? Серп, сюда бросай, во! Я забыл про голубого вообще, простите меня. Вот что они не делали с самого начала. Минус таки резолюшн. Лоскук стимирает, итоге-то. Да, Топсон. А, у Топсона уже флешка есть, да? Да, у него уже шарт и пика есть, но его все равно убьют сейчас, скорее всего, да. Размен 3 в 3. И размен неожиданно получается хороший для пакчемпов. Тройка, сейчас, наверное, дальше гоним какой-то позже. Посмотрим, ладно, врыв. Залетает Лорин Офф, он с гонимчиком очень шустро. Соло Гвардия нажимается, куда он работает, забирает себя очень быстро, минус 7. Топсон красный за ним, вот так вот Эми пытается убить. Топсон фисты, минус 3 делается, минус 4 сейчас будет. Или не будет, подожди, резолюшн, что там такое быстро тут под Рором, а? Реген забрал, но Ласфорд ему не позволяет. Лоу скилл, фисты чайны, минус 4 в размен на одного. Всего лишь одного смогут добраться. Во второй дивизион нормально отыграет там. И его могут пригласить в команду посильнее чуть-чуть уже. Все может быть. Тут минус Лейс. Ну или с другой стороны хотя бы себя зарекомендует. Аегис, Шарту, Пакчемпов у нас. Почти пустили, а Фуры нет. Ну Фура, видимо, считает, что он не такой был прям дикий. Минус Кидара. Минус Кидар, залетает Лоринов. Лоринов напрыгивает у нас, кулдаун работает. Гитрак ворует, или он что-то сворвал. Но в общем он умирает в любом случае. Здесь, как же Солар Гвардин залетел. Очень удачно, ты представляешь, Топсон. Форстав неудачно, он ластилится. Он ластилит, сатаник. Это сатаник, друзья, вот так вот Топсон пошел у нас все-таки не в бабочку, а в сатаник. Прекрасно. Аегис, сэр. И рефрешки еще. Ну что, и вот так и продолжаем бить. Лейп, не поймали, а без БКБ же, без БКБ же она. Без БКБ, там тройной форстап по ней сейчас был. Она просто ступает. Еще Топсон, что убьешь, что ли, Кидара, серьезно, да. Сидин стронг отступает, а вот лоу скилл под хиксом. Без БКБ, до свидания, лоу скилл. А это похоже, друзья, под фонтан. Сейчас будет загонять просто своих противников у нас Алды. Ну и можно открывать третью сторону, делать мега крипов. Не заканчивать карту. Ага, будет врыв под Solar Guardian. Всем рассыпную. Больше никто не хочет так поставляться на троих. Втроем на Solar Guardian. Больно, больно. Лейс, Лейс, таверну. Один стронг, спрутак, щелк, щелк, щелк. Печенька туда же. Байбек есть у Лейса, байбек есть у Один стронга. Посмотрим. Давай, пацаны, купайтесь. Пошли, байбек. Вот так вот, что сидим, чего ждем, пацаны, вы сейчас не успеете прийти. ТПР, фреш нажимается, резолюшн, бежит, хекс навешивает, нажимает лирор, жмет, чисто тормознуть, и все. Там напали у нас на Лейс, Лейс, ну там уже падает трон, все, но ван за автоатачу трон, и 1-0, 41 минут, друзья, хватает команде Old G. Фрил не так много на самом деле. Ну смотри, здесь гирокоптер под виспом, да. Тини медово прикольно. Мне нравится пик очень аудов. Там у нас кипер саппорт будет, ДПшка мид, Марс тройка и керри фура. Не, ну тиник появляется, конечно, на мид редко, но появляется. А вот висп гирокоптер это большая редкость. Ну, иногда всплывает. Резоль минус 1-0. Чем удачи, но они играют. И рано или поздно досы плоды. Я думаю, то, что на одном из турниров большом мы увидим. Рассказ успешно увидим. 2-1. Резолюшн топчет людей, топчет крипов, топчет всех. Неприятно. Будет ли какой-то глимс от Кидара? Пока что нет. Резолюшн. Глимс. Обратно его. Вот такая вот фиссурка. Резолюшн. Сейчас может раз ехать уже. И это едет. Или мисс. Нет, мисса не будет. До свидания, сэр. Разгоняют. Итак, тем временем Топсон залетает на Лейса. Есть гречка, есть тос. Ракета летит. И это будет
Минус Лейс. С другой стороны, минус Эп. Там на боте нажимается экзорцизм. Тир 1. Пока что все еще безответное. Вот у нас вроде бы какие-то ганки пошли наконец-таки от алдов. Да. Это не смешно. Гира с виспом вас убьет всех. Минус Лейс. Во-первых, Гира с виспом. Во-вторых, не забываем про план Б, что за релокейт такой. Так, там напали на Свиден Стронга у нас. Поймали и убили его. Минус Свиден Стронг. Забирают, управляют таверну. А здесь, да интересно, такие вообще, может быть, на Топсон нападает. Топсон горит, минус Топсон. Это что такое, у нас подставляется, умирает лоу скилл. Минус лоу скилл, друзья, закрывают они его. Если Войд будет всеми слотами, конечно. Он спокойно пройдет виспа, и потом гирокоптера за ним, скорее всего, да. А без виспа будет трудно гирокоптера Войда сражаться. Свиден Стронг горит. Умрет тоже. Минус 3, ребят, по всей карте просто делается минус 3. Алдами настолько легко, становится очень крепкий теперь. По беспону, наверное, его будет трудно убить. Нереально, скорее всего, даже. А Топсон, минус Топсон. Очень быстро убили Топсон. Ни хрена себе. Нована поймали также. Ё-моё, ПКБ, Нована что-то имеется. Нажимает на сатаник, там свое сохраняет. Лейс без ПКБ, да, у нас? Да, он без БКБшки, но вам по беспомощи бить виспа, ребят. Бейте виспа, вы чё? Так, там гречка, там экослэм. Тартем пошел, минус лоу-скилл, браво, ауджи. Вообще без проблем. Глимский трака. Нормально, все, резолюшн полетит? Нет, не полетит. Сбивался. Ну, ладно, стреливает, нажимает станик. Ой-ой-ой-ой-ой, Кидара. Кидара просто там, знаешь, случайно отъехал. Вот. Похоже, алды пришли эту игру закончить, да? БКБ нажимает резолюшн, нападает, бьют, убивает Свиден Стронга, минус Свиден Стронг. Здесь Топсон, Ветра, Нован. У него есть уже старик, откатился, да, откатился, он бьется, но как-то он... Кто не офстилит почему-то. Ну ладно, минус, ну, первый раз. Китрак у нас лёг, Китрак на спиной стоит, спереди он его спасти. Нет, статик, браво, Нован, минус Китрак. И сторона-то выстояла. И сторона, друзья, выстояла, все в порядке. Это еще не конец, Резолюшн также глюсует обратно. Это делается минус 5, потому что два раза убили Нован с Эгисом. Хорош, красавчик. Там сбоку напрыгивает Лейс, у нас нажимает БКБшку. В итоге бьют Нована, Нован БКБ и Левокейт. А сбили Левокейт! Обалдеть! Нунчик, что делать? Без БКБшки остаешься, под весел находишься. Тифончики работают и умирает просто-напросто у нас Нован, прикиньте. Здесь фисурка пошла от себя, есть атемчик, пытается биться без него. Прилетает у нас шарик, пытается помочь своим тиммейтам, но это будет трудно сделать очень. Да, и Топсон туда же. Ну все, это камбэк. Сделали 1-1. И у нас здесь тоже, да, в этой игре пока что пакчемпы. Ну, вперед сейчас могут как раз таки выйти. Посмотрим. Есть китрак под Нована. Нован кончается БКБ. Он просто убегает. Что происходит? Он просто убегает. Его гримзут обратно, нажимает на него хекс. Он просто не бьет. Он находится в хексе под веслом, под статиком, под всем, чем можно. И вот лоу-скилл также не умирает. И сейчас у нас впервые за минуты, наверное, 30 могут выйти вперед. Да, по фарму выйдут вперед команда пакчемп. Очень похожие игры. Лупить. Там. Фиссурка. Сеп. Выдает атемчики у нас. Лоу-скилл. Работает у нас по Себу. Себу неприятно очень. Топсон навалит по Топсону. Топсон пытается ступить, но никуда он не уйдет. Вилл весь работает. Он также и себя притягивает. Туда. Блондинг Лайт на лоу-граунд. До свидания, Себе. До свидания, Топсон. Шарик также сюда. Туда же. Паровозиком. Гострепорт нажимает. Смотри. Ну, смог улететь хотя бы. Ладно, это радует. Да, без БКБ очень трудно Топсону, я согласен. Максимально тут тяжело ему. Еще хитрый квир. А, он вер... Ой, ну, в общем, это... Ребят, уже 7000 преимущества. Ну и, с другой стороны, алды все равно, да, вроде проигрывают серьезно, но пытаются как-то против Эгиса и Сразжим бороться. Это, конечно, больше похоже на, ну, странные какие-то действия. Пытаются ловки у Эгиса снять. Получается, здесь еще остается Хаслэм, Сеп, найс, а Эгис снимают. На Эгис сняли. Убили Лоринофа, там за него дали 1000 монет Нувану. И если лоу-скилл убить, Нунчику если убить. Ой, Нуван сейчас денег-то поднял. Нормально, слушай. Рапирка, да, хорошая тема будет. Она, наверное, он в нее пойдет, скорее всего. Или поднимаются, да. Пошел Лейс бить, больше всего убьет просто. Он сейчас просто убьет, ё-моё. Обалдеть. Как же легко рассыпается гирокоптер, хоть по виспом рассыпается. По-настоящему. О да, первая сторона падает, но это делают по-серьезки пакчемпу. Ломает мне, чтобы рак не пакчемп. Свилл висп неудачно сбоку. Пытается ворваться, не получается. Не получилось. Там накрывают. Нован. Резолюшн пошел к нему. И увезли. Смотри, и увезли. Резолюшн, рефреш БКБ.
Рефреш БКБ просыпался, ё-моё. Как же они сыпятся все, а? Ну, нажимает БКБ, пошел сатаник, но там сыр, ларино, впитывать, все же кончится. БКБ кончится, ну ладно, сразу же хекс. Веспа можно убить, да, веспа можно убить. Виз, него уже присосались и высосали из него все жизненные соки. Сеп туда же в таверну, минус Сеп. Так, лоу-скип, наваливают, Вьюит стоит, Топса наступает, прыгает, статик нажимается. Есть он лэш, полетел, но ван на пенальти, но ван... Не, ну тут без шансов, ребят, тут без шансов, минус Китрак. А тут уже все, идут у нас ломать трон, те же три вышечка падает, Топсом пытается навалить, получает кекс, сбивает запуск Катюши здесь, и минус Топсом, но ван. Последний тигр остается. БКБ пока есть, он живой, он живой. Но кончится БКБ, кончится Нуван сразу же. Минус, ну, резолюшн воскрешается. Дефается до последнего, правильно, живо БКБ. Ну и башки вылетают. Под НДшем, по КД, еще раз, и еще раз, и еще раз. В общем, да. Друзья, падает трон. И это 1-1. И нас ждет третья карта полуфинала. А, фантомка, хотя... Блин, ну, ты знаешь, мне нравится, все-таки, наверное, больше антимаг. Против шишечка там, хотя фантомка прикольная. Сейчас сюда выгоняет. Там что? Там у нас что? Там у нас пытаются поймать Кидара. Кидара, есть Кьювер. Нажимает торнадо, это все. Это ФБ, наконец-таки мы дождались. Шестая, друзья, минута. Ну, что будет себе брать? Дизолятор. И если что, тут один стронг заходит. Подстанчик, найс, Топсон. Это минус Топс, хорошее убийство. Смотрим, да. Просто блоку удали и все. Вот вам и фантомка. На таких ранних минутах, конечно же, будет трудно ей такое впитать. Браво, хорошее убийство, 3-1. Пакчемпа у нас сейчас еще и вышку сломают, да, в придаче. Там у нас также спадает пип немножко. Метеоры Топс у нас теплеет свои плоды. Проходил Ларинов, он не один. Колдснейр сбивает каст подкопчика, не подкопчика, а станет. Ой, Мартира пошла от резолюшена, хорошо. Мартира заходит, тос, браво. Ларинов пытались спасти, но Гримс обратно его. С другой стороны умирает Цип, умирает Китрек. Там лоу-скилл их накрывает и убивает Топсона еще. Отказывается у нас Алдын на... Ой-ой-ой, попадает, смотри. МПшка пошла, под метеор. Кастанет он его. И умрет. Подожди, стик нажимается. Добить. Резолюшн, кстати, киллинг спри. Торнадо, метеор, Лейс. Подставляется, есть печенька. И это минус Лейс. Или Мека, метеор жжет же еще. Он просто обязан бегать вокруг фантомки, которая играет без Бадухури. Заходит, все будут пытаться увозить кого-то. Скорее всего... Не надо никого возить. Кидара. Ну, Кидара почти разменялся на Себа, так-то говоря. А тут что? Ой, интересно. Ой, а интересно, если будут криты. Вот так вот, щелк, Глимс обратно, брат. И выход будет. Есть гречка, есть тос, есть статик. Торнадо нажимает, забирает один стронга. Топсон убивает с другой стороны, прожимается РП. Мартира туда забивается. Бьет больно, блэкхол. Затягивает, но Глимс сбивается моментально. С другой стороны, пока что брака пользу. По чем складывать, потому что покраснели очень сильно. И резолюшн, и ноуван. Резолюшн минус ноуван. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У них бы... Ну, есть шар, да, но без принта. Один стронг запрыгивает, смотри, подмалифайся, подпустки, нормально. Себа так часто трусят, да, из него жизненные соки. Ну и вбивают Себа, который может реально игру замес перевернуть кардинально. Но Ван нажимает БКБ. Пошел вперед. Себ, хорош. БКБшка от Увана, минус должен быть хотя бы один Лейса. Вот так вот. Уже без БК, минус 2 делает, только сейчас БКБ. Отойти, все. Отойти. Вот цель строго можно, да, вот его можно. А вот шака не трогать лучше. Это опасная тема очень. Вот это Сеп. Так, цель строго напрыгивает, попадает на ноуван. Ноуван, сейчас будет стан, да? Да, БКБ есть. Там сейчас будет БКБшка на заворотике. Сеп там. Угу. То есть Айгис идут вот так вот, да, они не собираются биться. Сеп пока трудно залететь ему, застрял в кустах, в общем, умирает Кидара сбоку, там забрали, да, мы это видели. Пытается пробить один стронг, с он без маны, Глимс обратно, хотя нажимает стик, манка появляется, есть Глисы. Вот так вот метеор получает, немножко кривоватые. А так это просто залагало Дота, братан, здесь врыв, есть прокаст, но ванна, РП, вот он Суфик, Сеп, посмотри, что он делает, а? Сегодня минус Ларинов. Минус топ-1 команды Пакчемп, там еще и Кидара приезжает, ну и минус один стронг также. Да, ну всякие такие случаи были. Сливова тоже были такие случаи. Лоу скилл, братан, твоя судьба какая? Лоу скилл горит, БКБ нет, 8 секунд еще, все бежит, Кьюбер и забирают его.
Вот так вот легко и просто Фурион накрывает здесь команда Old G. И в этом смысл. Это одна из главных фишек сейчас Магнуса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука, он раздох уже, я не пойму, подряд. Вот буквально несколько раз подряд. Вот он сеп у нас, видишь, Гидар начинает лазить. Привоз Кидара прям. Да, на блюдечке с голубой каемочкой. И убивает Кидара у нас. А Эгис будет еще 2,5 минуты. Будет врыв, да? Удачи вам убить его. Хотя, смотри, что-то получается вроде. БКБ, Сатаник, спруты мешают силе. Хорош. Хорош, 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 хорош. А пошел бэбэк у нас. Блэкбол, рановато чуть, но не важно. Главное убить, но вана они его заберут. Да. Сегодня все-таки дальше. Конечно, шанс, конечно, сейчас много больше, мы понимаем уже. То следующий матч у них будет завтра уже, именно финал будет у них завтра. Здесь Блэкхоу от Лейс полетел, Китрак, в итоге Китрак, РПшка нажимается, до свидания, скорее всего сейчас будет Лейс также. Да-да-да-да-да, но Ван кончается БКБ, кончается Нуван. Опа, интересно. Ну и спай, он покупается, это интересно очень, что будет дальше. Лоу скилл пытаются, есть там колд-снэп, секунда колд-снэп, секунда колд-снэп КД. Поймали Сильвин Стронга, но с другой стороны это очень хороший в итоге результат получается. Они выбили Пайс Нуна. Он очень долго летит. Убивает Сильвин Стронга, да. Улетает? Да, улетает. Ой, он отменил телепорт почему-то, он сам отменил его. Ой-ой-ой-ой-ой, как же это неприятно, слушайте. Это не фартануло. А будет ли врыв? Ну бам, БКБ. Реакция на месте есть, Хекс пытается быстренько сбить Зиника. И, слушай, живой еще все. Глимс обратно его, давайте. Ну, Ван без БКБ остается. Но Ван первый раз убивает. Слушай, он без бая же. Может, друзья, без бая сейчас. И без БКБ. Смотрим на Лунчика. Но Ван, РП, сеп. Что ты делаешь, сеп? Прекращай, пожалуйста. Но Ван, прыгай. Дайте Ну Ван убить Сатаника. Вы... Куда вы увозите их? Вы че? Пускай он бьет Сатаником, их убивает. Вы что делаете? Но минус Ларинов, минус Кидара. Байк, кстати, не то Ларинов, ребят. Ну да, нужно им дождаться, да, и с мегакрипами забирать, хотя ларинов все еще нету. Там у нас резолюшн настреливает неплохо уже, да, с талантом правым, в том числе здесь. Сеп завез, увез. Он просто хейтер среди Стронга. Падает, друзья, тратит стривышка. И алды почти прошли в верхний финал. Почти прошли финал квалификации закрытых. Немножко осталось, чтобы дойти и выполнить дозаветную мечту свою и многих фанатов, которые появились уже у нас у алдов, мы видим. И падает, друзья, трон. Падает трон. Спруты, но сделать ничего невозможно. Но по чемпу, с другой стороны, тоже не вылетают. Рассыпаются им под фонтаном уже. И трон также рассыпается. Поздравляем. Но по чемпу будет завтра шанс еще, в общем, выйти во второй дивизион. Сейчас я вам все покажу.